Александр Куприн Олеся. Молодой мужчина-повествователь, которого судьба забросила на 6 месяцев в глухую деревушку Переброд Волынской губернии, на окраину Полесья, нестерпимо скучает. Единственное его развлечение – охота со слугой Ермолой и попытки обучить последнего грамоте. Однажды, во время жуткой метели, герой узнает от обычно не слова, охотливого Ермолы о том, что верстах в 10 от его дома живет самая настоящая ведьма Мануэлиха, которая невесть откуда появилась в селе, а затем была выселена за его пределы за свои колдовские деяния. Возможность познакомиться с ней появляется быстро, как только потеплело, герой отправляется на охоту и, заблудившись в лесу, натыкается на хату. Предположив, что здесь живет местный лесник, он заходит внутрь и обнаруживает там старуху со всеми чертами Бабы-Яги, как ее изображает народный эпос. Мануэлиха встречает героя неприветливо, но заметно оживляется, когда тот достает серебряный четвертак и просит старуху погадать. В самый разгар гадания в дом заходит внучка ведьмы, Олеся, темноволосая красавица лет 20-25. Она относится к рассказчику приветливо и показывает ему дорогу домой. Все первые весенние дни образ Олеси не покидает мысли рассказчика. Когда лесные дороги просыхают, рассказчик отправляется в избушку колдуньи. Как и в первый раз, внучка встречает гостя куда приветливее, чем Мануэлиха. А когда гость просит Олесю погадать ему, та признается, что уже однажды раскинула на него карты и нагадала, что в этом году выпадает ему большая любовь со стороны трефовой дамы с темными волосами. А тем, кто будет вас любить, вы много горя принесете. Еще карты рассказали Олеся, что трефовой этой даме герой принесет позор, который хуже смерти. Провожая рассказчика, Олеся попытается доказать ему, что ей и ее бабке принадлежит настоящий дар колдовства, и проводит над ним несколько опытов, заживляет ему глубокий порез и заставляет его спотыкаться вслед за ней. Потом герой пытается разузнать, откуда все-таки пришла Мануэлиха в Полесье, на что Олеся отвечает уклончиво, что бабушка не любит говорить об этом. Тогда же рассказчик впервые представляется, его зовут Иван Тимофеевич. С этого дня герой становится частым гостем в избушке. Олеся всегда рада его видеть, хоть и встречает сдержанно. А вот старуха не особенно довольна, но Ивану удается задобрить ее подарками, помогает и заступничество Олеся. Ивана очаровывает не только красота Олеся. Его привлекает и ее самобытный ум. Между ними разгорается множество споров, когда Иван пытается научно обосновать Олесино черное искусство. Несмотря на разногласия, между ними возникает глубокая привязанность. Тем временем у Ивана портятся отношения с Ермолой, который не одобряет его знакомство с колдуньей. Не нравятся слуги и то, что обе ведьмы боятся церкви. Однажды, когда Иван в очередной раз приходит в избу, он застает колдунью и ее внучку расстроенными, местный урядник приказал им убираться из хаты в 24 часа и пригрозил пустить их по этапам в случае непослушания. Герой вызывается помочь, и старуха не отказывается от предложения, несмотря на Олесино недовольство. Иван упрашивает урядника не выгонять женщин из дома, на что тот возражает и называет старуху с внучкой язвой из здешних мест. Задобрив урядника угощениями и дорогими подарками, Иван все же добивается своего. Урядник обещает оставить в покое Мануэлиху и Олесю. С этого времени Олеся начинает избегать Ивана и любых объяснений с ним. Тут Иван неожиданно и серьезно заболевает, 6 дней его била ужасная полесская лихорадка. И лишь после выздоровления ему удается объясниться с Олесей. Девушка избегала встреч с Иваном лишь потому, что хотела уйти от судьбы. Поняв, что это невозможно, она признается ему в любви. Иван отвечает ей взаимностью, но Олеся все не может забыть про свое гадание. Однако, несмотря на дурные предчувствия Ивана и злобу Мануэлихи, их любовь расцветает. Тем временем служебные обязанности Ивана в Переброде заканчиваются, и все чаще приходит к нему мысль жениться на Олесе и забрать ее с собой. Убедив себя в правильности этого решения, он делает предложение любимой. Но Олеся отказывается, она не хочет портить жизнь молодому, образованному барину. Девушка даже предлагает Ивану просто поехать за ним, безо всякой женитьбы. У Ивана возникает подозрение, что ее отказ связан с боязнью церкви, на что Олеся говорит, что ради любви к нему она готова перебороть это суеверие. Она назначает ему встречу в церкви на следующий день, в праздник Святой Троицы, а Ивана охватывает ужасное предчувствие. На следующий день Иван задерживается по служебным делам и не успевает вовремя попасть в церковь. Вернувшись домой, он застает у себя местного конторщика, который рассказывает ему о сегодняшней потехе. Деревенские девки поймали на площади ведьму, которой задали встряску, хотели вымазать дегтем, но той удалось сбежать. Действительно, Олеся пришла в церковь, отстояла обедню, после чего на нее накинулись деревенские бабы. Чудом вырвавшись, Олеся пригрозила им, что они еще вспомнят ее и наплачутся досыта. Все эти подробности Иван узнает позже. А пока же он мчится в лес, и застает в хате избитую Олесю без памяти, охваченную лихорадкой, и проклинающую его Мануэлиху. Олеся приходит в себя и объясняет Ивану, что им с бабкой нельзя больше здесь оставаться, поэтому ей и Ивану придется расстаться. На прощание Олеся признается, что хотела бы иметь ребенка от Ивана и жалеет, что его нет.
Этой же ночью на переброд обрушивается сильный град. Утром Ермола будет Ивана и советует ему убираться из деревни Град, который побил жито у половины села, по мнению деревенских, был наслан колдуньями из мести, и озлобленный народ уже начинает кричать недоброе про Ивана. Желая предупредить Олесю о грозящей ей беде, герой мчится в избу, где находит лишь следы спешного бегства и яркие красные бусы, которые остались единственной памятью об Олесе и ее нежной великодушной любви.